26 апреля в Симферополе состоялась очередная акция общественного движения «Украинский выбор за родной Крым», во время которой участники агитировали жителей города за вступление Украины в таможенный союз. Вот в Симферополе на центральной площади Ленина на клумбе установили вот такой опросный лист, где два вопроса: ты за евроинтеграцию или за таможенный союз. И вот в течение получаса буквально сотня человек уже сегодня оставила свои пометки, и, конечно, в абсолютном большинстве люди поддерживают мнение таможенного союза. Граждане Крыма понимают, что при существующем низком по сравнению с европейским уровнем жизни в Украине, вступив в Европейский Союз, автоматически превратятся в дешевую рабочую силу для черных работ. Старики и дети не смогут уехать батрачить в европейские страны. Да и вообще, большая часть жителей Украины останется на родине с европейскими ценами и украинскими зарплатами. Сегодня очень удачный проект открыли крымчане из «Украинского выбора». Они наконец-то вышли вот из пыльных кабинетов, из кулуарных круглых столов и пошли к людям объяснять преимущества того или иного выбора, который есть у каждого гражданина нашей страны. Они вот сегодня в Симферополе объясняют преимущества, допустим, таможенного союза над Евросоюзом, что ждет граждан нашей страны, если Украина вступит туда или сюда. Вот. Мне очень понравилось, действительно, давно пора было «Украинскому выбору» начать активно продвигать свою идеологию для граждан нашей страны, объяснять, кто они и для чего они созданы вообще. Украинский выбор, как показало время, демократичный выбор. Сегодня Украине необходим референдум, где каждый житель страны выскажется за будущее своих детей и внуков. А вот такой опрос, конкретное общение, прямая связь с людьми, дает прямой показатель того, как настроены крымчане, как они будут поддерживать нас в дальнейших действиях. И, наверное, мы тоже определяемся о дальнейших своих мероприятиях по дальнейшему привлечению всех граждан Крыма к нашему движению. По итогам референдума жители украинских областей станут гражданами таможенного или Евросоюза. Кто куда захочет, совершенно независимо, каждая из областей. Сотрудничество между Евросоюзом и таможенным союзом будет происходить при непосредственном взаимовыгодном участии Украины. Общественное движение «Украинский выбор» обязуется и в будущем проводить разъяснительную работу в Украине, чтобы доказать украинскому народу преимущество именно вступления в таможенный союз, как в объединении, где реально видят современную геополитическую ситуацию. Мероприятие общественного движения «Украинский выбор» проходило под патронатом Шкаберина Владимира Николаевича.